Привет, моделисты. Меня зовут Александр Колесников. Я живу и работаю в городе Цинциннати, штат Огайо. В этом видео я расскажу, как запрограммировать правильно, чтобы работали все lights на локомотиве SD60E. Side camera у нас здесь. В конце видео я покажу, как это работает. Значит, что я имею здесь, это тестер. А сейчас мы посмотрим на... И локомотив, разумеется. Немножко свет я убрал специально, чтобы видно было четко. Мы берем эту сайт-камеру и будем разбираться с функциями. Мы идем вот в эту позицию. Декодер. Так. И что мы видим здесь, вот в этом function output, здесь все функции имеют специальное назначение, что они выполняют. К примеру, вот этот auxiliary one — это ditch lights type, да, один. И здесь auxiliary 2 — это тоже ditch light. То есть вот эти перемигивающиеся между собой alternating. Так, теперь 3 и 4, они стоят на просто на dimmable headlights. Они не просто врубаются, они так потихонечку угасают. А вот 5 и 6 у нас тоже стоит на ditch lights. И как вы заметили, здесь одна фаза в противофазе. Так, значит, что мы имеем? 1 и 2 – это передние ditch lights. 5 и 6 – это задние ditch lights. Соответственно, вот эти два выхода – один на number boards и один на специальную подсветку на этот truck для профилактики вечером, если что-то нужно посмотреть, да? Теперь я вам покажу, как это все работает. До этого, кстати, function mapping. Да, проблема обычно с оригинальной прошивкой, кто делал этот файл. Вот F12 я переделал, другой output был, F13, 5 и 6. Если вы сделаете так, то все будет работать четко. И на 5 я тоже поставил вот этот auxiliary 3, то есть эти number boards, а этот на вот эту подсветку специальную. И одновременно, когда включается F12, вы увидите, headlight делается чуть-чуть, тоже интенсивность уменьшается. Ну что, проверим. Так, нам поставить нужно локомотив. Так, включаем напругу и включаем headlights. Так, работает. Теперь мы включаем 5, это будет number boards. Потом включаем 6, это будет передний ditch lights, да? F13, у меня нету сейчас задней камеры, поверьте, F13 включается... Задние ditch lights такие же, как впереди. То есть они независимы. Так? И вот теперь смотрите внимательно. Я включаю F12. Headlight будет немножко менее интенсивно и включится внизу под кабиной специальный свет. Видите? То есть кто-то будет... Другой, не, к примеру, хозяин локомотива нажмет F12 без какой-то инструкции и скажет, что-то headlights немножко dimming, да? А не сразу на большом, на таком ярком свете не сразу будет видно, что вот этот maintenance light загорается. Это индикатор. Но в данный момент еще можно просто убрать эти headlights и вообще любые lights. Тогда, ну, оставить number board, к примеру, если локомотив стоит, кто-то пошел посмотреть, вот, включил этот maintenance lights. Если кому интересно, я могу отправить файл с точной установкой всех этих параметров. Большое спасибо за внимание, успехов и всего наилучшего. Давай.